Всем хай! С вами я, Майн, и вы на канале Майн Гейминг, и со мной сегодня... Другие там, да, все дела. Анатолий и Фазмофобия. Ё-моё, ребят, я говорил то, что мы с Толей кое-что готовим, но никаких намеков и ничего не давал. Да, Толь? Вот. Так, привет. А, давай начнем с обучения. Надо понять, что это такое. Как бы. Фазмофобия, уверенно, кто не знает, это да. Хоррор. Это хоррор, кооперативный, онлайн или. У кого эпилепсия, быстренько выключайте видео, идите. Да, гуляйте. Да, да. У кого эпилепсия, да. Вы уверены? Да. Идет загрузка. Подсказка. Призраки преследуют своих жертв в темноте. Обращайте внимание на звуки и доносящиеся. Ни хрена себе, тут надо на звуки еще что-то обращать. Да-да-да-да-да-да-да. Я сам пока не знаю. Было очень много предложений. Сколько процентов Амир? Чё? Сколько процентов? 7? 12? 14? 15? 16? 30? 80? 90? Угу. У нас одинаково, походу. У меня ровно 90. Ой, я где-то запомнился. А, значит, у тебя быстрее. Ой, это чё, прав какой-то? О! Чё говорят? Ой, инструмент какой-то. У меня FPS нету. А, все, 58 FPS, нормально. Что надо делать? Это обучение, подожди. Включить камеру, клавиатуру. Так, подожди, задача, обучение. Специально для твоей тренировки мы нашли мирного призрака. Он находится в китчен, в какой-то кухне, окей. А, заходи внутрь и посмотри презентацию на телевизоре в гостиной. Пошли. Что сделать? Презентацию посмотри. Вот. Находим нашли мирного призрака, он находится в левом кругу, сходи внутрь. Офигеть, тут темно. Что такое? Стой, куда мне идти? Я что-то ничего не понимаю. Тебе, ты находишься в фургоне, тебе нужно из него выйти. Ооо, атмосферно. Дверь закрыта. Е. На Е фонарик вообще, как факт. Ф. Дверь закрыта. Надо найти ключ, типа? Может быть, он у нас в этом... Ребят, это кооперативный шутер. Ой, какой шутер, блин. Хоррор, в котором мы будем играть вместе с Толей. Но изначально нужно пройти обучение. Так, я нашел какой-то ключ. Где? На столе возле компа. Так, тут камеры можно смотреть. Мышкой ничего делать... А, можно, кстати. Так, короче, здесь... Ты понял, знаешь, это этот охотники на привидений? Да. Короче, смотри, бери весь инвентарь. Как взять ключ? А, вот Е. Так, подожди. А я не могу взять все, да? Да, это все то, что здесь на стенке? Да. А все нельзя взять, кстати. Ага. Вот фонарик какой-то тебя. Так. Какая-то рация, что ли? О, книжка какая-то. Надо. Подожди. А, больше не могу три предмета. Параметры, видео. А, это мы уже все ставили. Высокая. И зернистость отключали. А как? Посмотри. Так, секунду. А, настройки управления. Как фонарик? Чё, ключик не рабочий. А ты его взял? Да. Как ты его взял? Я тоже взял. Так, а где он? Я три фонарика взял. Понимаю, а где ключ находится? А, вот. На столе там же. Не, я знаю. А где в инвентаре он у тебя? Тап? А я не знаю, я просто нажал. Кнопку, у меня много уже просто этих. Знаешь, как здесь цикулы? А, я открыл дверь, все. Знаешь, как цикулы? Я знаю. Слушай, я даже свет, наверное, выключу. Так, ничего, нам нужно в гостиную. Нам нужно в гостиную. А, гостиная? Так, подожди, параметры, игра, не, а как видео? А может, я яркость еще прибавлю? А, это коврик. Блин, реально очень цикулый игра. О, я яркость прибавил, поставь на максимум. Мать вашу! Да не ссы, я рядом, Толь. Так, добро пожаловать. Этот гайд поможет вам стать профессионалом своего дела. Используйте пульт для переключения на следующий слайд. Понимаешь, там в соседней комнате висит какая-то картина, там какой-то мужик. Знаешь, как цикула выглядит? Чё это такое? Чё? У меня на потолке какая-то тень. А, это тень моя? А, ну, наверное. Так. О, фонарик на правую кнопку. Опасная функция. Right button mouse. Я не тот фонарик взял, если что. Походу. Так, пульт. Пульт? А как взять пульт? А. И микро пока что выключил. Так, смотри. Вперед, влево, это понятно. Бег, присесть на С, окей. Фонарик С, нажмите, чтобы говорить. Да. Присесть. Основная функция. Так, говорить по рации Б. Ща. Окей. Бросить G, подобрать E, журнал J.
Так, у вас будет 5 Окей. минут до того, как призрак разозлится, и вы начнете терять рассудок быстрее. Используйте это время, чтобы расставить оборудование и найти призрака. Впрочем, сегодня эти неприятности вам не грозят. А где написано? Ты на пульт нажми. А. Шаг 1. Установите видеокамеру в комнате призрака. Затем возвращайтесь в фургон и поищите на записи призрачные огоньки. Если заметите... Так, призрачные огоньки вот так выглядят. Если заметите их, напишите об этом на последней странице журнала. Если нет, переходите к следующему слайду. Возьмите блокнот и положите его в комнате призрака. Так, ну допустим. Если призрак напишет в блокноте, оставьте заметку на последней странице журнала. Если нет, переходите к следующему слайду. Я установил камеру, только ее бы... Подожди. Шаг 3. Возьмите из фургона радиоприемник. Зайдите в комнату с призраком, где выключите свет и задавайте вопрос слух, например, где ты или сколько тебе лет. Если призрак на третье, сделайте пометку в своем журнале. Ого, мне нравится. Слушай, я не понимаю, как камеру вертеть? Ее нужно поставить, а как ее вертеть? Она у меня с собой? Больше зуб. Ты, походу, не взял ее. Блин, мне сейчас сыково. Ну и в ножке пошел. Здесь очень тень такая непонятная. А как со стороны смотреть? Не знаю. Как камеру вертеть? Не ссы. Подожди. Как вертеть? Это только обучение. Это только обучение, да. Так, хорошо, допустим, я... я понял, как камеру, все. Зажимаешь правую кнопку. А, левую. Что это было? Что-то заскрипело. У меня заскрипело что-то. Так, в блокноте страница... Так, это... Подожди. Возьмите блокнот и положите в комнате призрака. Если призрак напишет в блокноте, оставьте заметку на последней странице своего журнала. Если нет, переходите к следующему слайду. А как? А где у меня... блокнот? Толь. Где мне камеру взять? Блокнот Т. Т? А, нет, не Т. Т это в рафте. Ты это фонарик. Ты это фонарик? Я колесико мыши это выбираю. Я пойду блокнот возьму. А, вот блокнот, я его нашел. Я как-то открывал его сейчас. Е на Е? Нет, не GF. Какая кнопка-то, я не помню. Так, окей, я взял блокнот. Вот, журнал, я побежал. Журнал. Escape. Escape? Так это не то, это не блокнот. Так блокнот нужен для того, чтобы призрак с нами общался. Ну, понял. Так, допустим, я положу его на пуфик. F. Как мне... А что мне надо сейчас сделать, получается? Как-то видеокамеру расставить? Нет, ты должен ее поставить просто. Куда хочешь. Ну, я поставил под телеком. Так, а возьмите из фургона радиоприемник. Где она есть? Кто? Камера. Она должна быть у тебя в инвентаре, если ты ее брал из фургона. А, вот она, видеокамера какая-то, да, такая? Да. Так, слушай. А стой, которая, их тут две. Просто ну, фотоаппарат и именно камера. Камера, не фотоаппарат, именно камера. Так, подождите, шаг 3. Возьмите из фургона радиоприемник, зайдите в комнату с призраком, выключите свет и задавайте вопросы вслух. Например, где ты? Или сколько тебе лет? Если призрак ответит вам, реально опасно. Если призрак ответит вам, сделайте пометку в своем журнале. Если нет, переходите к следующему слайду. Толь, мы уже с чем-то просрались, слушай. Мы должны смотреть по камерам. Я камеру поставил. Я пойду смотреть, затем призрак ходит или нет. В фургоне это смотреть надо. Так. Это... Вот моя камера. Ну, я не вижу ничего пока что. Толь, чё, как у тебя там дела? Не знаю, как камеру поставить? Её ставишь на F вроде. А. Значит, просто на E. Или просто ставишь. Ты точно её взял? Ну, вроде да. Такая Panasonic 4K там написано. Ещё так выдвигается экран. Да, её. А ты где ее будешь ставить? Я ее уже поставил давно. Не, в гостиной. Как ты поставил? Блин, ну я вроде зажал левую кнопку мыши. Так ты ее крутишь и выбираешь, куда поставить. Она у тебя должна быть прозрачна, ну, это... Где твой курсор, она должна там показываться. Что-то прозрачно. F? Да, F. F? Да, на F. Да. Так, допустим. Пульт. Где ты?
Это бабка, входи, води. Возьмите. Добро... А, тут можно читать. Так. Еще раз. Шаг один. Шаг один. Поищите на камере призрачные огоньки. Все, окей, я пошел искать. Призрачные огоньки. Да, ты камеру ставишь, она типа может видеть. Призрачные огоньки какие-то. Блин, вот О, вот, что-то есть, реально. Где? Ага. Ты по камере смотришь? Они прям это, знаешь, так вот что-то, вот они как-то крутятся, что ли, у тебя? Да, они как кружочек, да? Да, так вот он двигается, А где понял ты это что-то? смотришь? На клавиатуру нажми. А, в фургоне. Ну это да. Тут На клавиатуру становится. нажми, потом включай ночное зрение и нормально. Чузук. Я ничего не вижу. Ночное видение включи. На клавиатуру нажму. Ну я знаю, Сначала на знаю. мышь, а потом на клавиатуру. Да, я так и сделал. А как это все отмечать-то, я не понял. Параметры. А, это Пар параметры. Вот, парам журнал. параметры. Как? Я пульт взял, у меня столько вещей с собой. Призрачный огонь. Вот, все можно отмечать. А где? У меня их нет. А, пойду блокнот попробую оставлю. Подожди, Толь, секунду. А как Все. ты... Что ты вообще сделал? Расскажи про то, как ты что сделал. Я поставил камеру, пошел в фургон. А, поставил камеру около телевизора. Да. Пошел на этот фургон, Да. начал смотреть по камере. А потом смотри, заходишь в Escape, там будет такая, как штучка, журнал написано. Ага. Туда смотришь, получается, журнал, и улики, доказательства справа будет. Призрачный огонек. Отмечаешь. А, ну так у меня его не было. Кого? Призрачного огонька. А, ну, он у тебя появится на камере такой, пиш-пиш будет. Ну, у меня его нету просто. Я уже какой раз подхожу, у меня его до сих пор нет. А мне на какую камеру Я блокнот смотреть? пойду оставлю. Мне Блин, какую... реально классная игра. Да, слушай, подожди, а какую камеру смотреть? Ту, которую я ставил? Вторая, да, которую ты ставил. У меня ничего нет. А может, и переставить немножко нужно? А если я поставлю галочку, то что? В журнале. Что Я ты? блокнот поставил. Я У блокнот меня предметы тоже. летающие. Что это, Алиса? А это тень от твоих предметов. Стой. Ага, шаг на данный момент. Так. Так, я пока не Установите понимаю. видеокамеру, возьмите блокнот, положите в комнате призрака. Если призрак напишет в блокноте, ставьте заметку на написание Так, заметки. подожди, я... Если нет, переходите к следующему слайду. Как камеру взять, я что-то не помню. Как понять, что призрак что-то написал в блокноте? Я Мне нужно понять. идти в фургон или что я Я что-то тоже... путаю? Ё-моё, я испугался. Я сам, подожди, немного не понимаю. Мне нужно как-то... Может, я камеру неправильно расположил? Как это сделать? Параметры. Игра. Управление. Говорить по рации. Нажми М, чтобы говорить. Подобрать У. У это Е. А как Ой, сбросить я что-то? пойду попробую с этим, с помощью фонарика побегать чем-нибудь. Ну, такой ультрафиолетовый, понял? Да, я его уже брал. Отпечатки рук. Бросить П. П это G, все, это как в КС. Что это было? Да, слушай, игрушка криповая, на самом-то деле. Может быть, я где-нибудь в другом месте камеру расположу? Ты под чем поставил? Куда поставил камеру? А, где телевизор? Ой. Фонарик побыстрее, как меня теперь понять. У меня там ничего не было. Я побежал обратно в фургон смотреть эти огоньки, потому что я сам не понял, типа, где они. У меня задыхается персонаж. Почему, кстати, это она? Так, камеру давай мне. И ультрафиолет. Почему не просто не включить свет, а? Как ты думаешь? Хороший вопрос. А может быть, призраки боятся? Да хрен его знает. Стоп! Он находится в китчен. Где Китчен находится? в Это китчен. кухня. Это кухня, а мы вообще в зале были, в гостиной. А, да?
Слушай, я не понимаю, у меня нету вот этих вот всяких Как ты паранормальных. понял, что он в кухне находится? А может реально он... Подожди, стоп. А может реально он в кухне находится? Подожди, мне нужен другой фонарик, потому что этот ультрафиолетовый, он говёный. С ним ничего не видно. Вот я его бросаю и беру вот этот. Во, другое дело. Мы до сих пор не можем пройти обучение. Ну, допустим. Тут ящерицы какие-то. Тут дверь, кстати, открыта. Тут подвал. Да, подвал есть. Так, подожди. Мне, может, на кухню надо поставить камеру? Мне именно. Сейчас, подожди, мне... я хочу Ой, посмотреть. О! попробуй. Я рацию использовал, попробовал. Стоп! У меня открылась дверца. Что делать? Молиться. А я камеру не могу пульт забрать. Подожди. G. Пульт. Как Пульт. Это... она у тебя открылась? Как она у тебя открылась? Она открылась просто. Что мне нужно сделать? Где обозначение посмотреть? Как F, E? Блин, почему эта игра такая сыковая просто? О, я взял. Так, С, я накатырыл все. Так, подожди, первый шаг. Так, найти будешь... Да, окей. Затем возвращ... В камеру. А где камера? Она до сих пор здесь. Я должен увидеть огоньки. Так, установить видеокамеру в комнате призрака. Затем... А как понять, в какой комнате призрак? Стоп! А у тебя было написано «Kitchen»? Толь. Где? Ну, в фургоне. А чё, где там должно быть что написано? Не, ну ты же читал на плане, что там написано было. Призрак находится в living room. Living. А, так у тебя в гостиной, а у меня он в kitchen. Теперь я не удивлен, слушай. У нас, значит, разное обучение. Я просто думал, что оно одинаковое. Все. А как фонарик взять? Все, отлично. Теперь я пошел смотреть по камерам. Языков туда идти. У меня открываются двери, в ящик. Так. Ну, допустим. Суток группа примерно приблизительно 86%. Толь, подожди, а ты подошел к компьютеру, который находится в фургоне, и сразу увидел эти огоньки, да? Не сразу, но увидел. Ух ты! Они реально, знаешь, они такие беленькие. Мне бы Как сейчас... пятна, такие пятна, пятна белые прям. Они не маленькие будут. Ты их увидишь. Нет, ничего не видно. Пойду, может быть, другой ракурс поставлю. Улики, призрачные Тут еще огоньки. какая-то... А, ну это камера, которая по факту дефолтная. Слушай, мне на кухню Сыкова заходить? Мне бы понять, куда ее Мне поставить. вообще в целом в дом Сыкова заходить. Куда поставить камеру? В какой-то Тот самый угол... Куплинов. Тот самый Куплинов, да. Сейчас, секунду, Дима, я что ж их... пофиг. Да он харарюги вообще жестко снимает. Куплинов красавчик чисто, вот по факту. А я Куплинова смотрю. Снимаю... Как понять, что записи в блокноте появились? Я понятия не имею. Нужно, наверное, подобрать его или подойти, увидеть. Их там нету вроде, но я не вижу. Так, я смотрю еще. Я поставил другой ракурс. Никаких сраных пятен нет! Подожди, нужно ночное видение включить, да? Да. У меня нет никаких пятен. Вот просто нет. Ну, со временем появляется только. Хорошо, я сижу, жду, когда они появятся. А может быть, у меня поменялось? Нет, kitchen. Это кухня. Если вот вы думаете, ребят, что вот это какие-то пятна, ну это окно. Допустим. Может быть, просто мы это не знаем английский, и kitchen переводится как-то по-другому. Идти на эту кухню. Ну, по факту. Ну, а чё, а где? Опять нет.
Как тут? Вот так и тут, и тут. Ки, 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 кит, кит, че, н. Кичины. Кичен. Кичины. Да, кичен. Кичен, 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 кухня. А может быть тут вообще понятия немного другие, и кухня у них выглядит по-другому. Ой, я, кстати, сейчас этот с радиоприемником буду пользоваться. Типа, орать ему, ты где? Где? Может, смотри, ну по факту кухня во. Может быть, давайте я поменяю ракурс. То есть я поставлю на стол. F, все. О. Так, я что-то скую немного. Тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас-сейчас-сейчас. Слушай. Помолчи, помолчи, прям Ага. секунду. Ты где, чурка? Нормально. Он Нет, меня не слышит. а Ты где? он меня Что в ты любом сказал, случае видеть не чурка? будет. Алло? Алло? Он меня не слышит, по-моему. А, он должен ответить. Если не ответить, то, ну, не А, он должен помечать. ответить в блокноте. Ты где? Чурка. Не, он меня не слышит. Понимаю. Ага, то есть Хорошо. он может не отвечать, слышишь что? Он наглый у нас, оказывается. На данном этапе в комнате будет наверняка холодно, если... О, кстати, если у тебя пар идет, ну, ты видел же пар у тебя? Нет. Значит, это тоже. Что значит? Когда ты дышишь, у тебя типа пар изо рта идет. Это значит... Значит, холодно. О, тихо! Ну, дверь открылась какая-то, по-моему. У меня тут какие-то звуки происходят в кладовой. Я не буду туда Слушай, мне сейчас смотреть. стыково как-то. Окей, окей. Так, подожди секунду. Это надо вдвоем играть. Ну, мы у нас обучалка. Тут что, сыков? Возьмите блокнот и положите в комнате призрака. Если Ты призрак напишет в где? блокноте, оставьте заметку на последней странице своего журнала. Если нет, переходите к следующему слайду. Стой, living room, это что? Это не зал или это зал? Ну, если у тебя там были эти шарики, которые по камерам, то логично, значит, что ты делаешь все правильно. Так, еще раз. Установите видеокамеру в комнате призрака. Если заметите их, сообщите об этом в последней странице журнала. Так не обязательно их замечать, ну ёперный кокос. Так, журнал оставил. Сейчас чекаю. Гостиная, living room. Ну вот, все. Да и... Ливер. А, вот он мне написал, до хрена. Чё, как? Я не знаю, что-то фигню какую-то. Я не понял. А как он тебя написал? Чё там? Как ты Там его просто понял? каракули, там просто каракули. Подожди, что нужно сделать? Возьмите блокнот и положите его в комнате призрака. Если призрак напишет в блокноте, оставьте заметку на последней странице вашего журнала. Если нет, Так, журнал, меню паузы. Нет, стоп, журнал. Куда? Короче, меня призрак Улики? обидел очень сильно. Улики? Улики, да? Записи в блокноте. Здесь кто-нибудь есть? Подожди, Толь. Да. Записи в блокноте нужно крестик ставить? Да, как я понял. Все, Опа. услышал. Записи в блокноте есть. Так, пульт. Возьмите из фургона радиоприемник. Он у меня есть. Зайдите в комнату и включите свет. И задавайте вопросы вслух. Например, где ты или сколько тебе лет. Если призрак ответит вам, сделайте пометку в своем журнале. Если да. Окей, понял. Я когда... Вот это я пересрался. По факту ничего не было. А как поставить? А. А, я понял, О, надо Гитлер! выключить свет. А мне надо включить. Все, я включил свет. Слушай, мне очково. Прям рил очково. Так, окей. Где ты? Сука. Чурка, сколько тебе лет? Здесь кто-нибудь есть? А Давай может нужно пошли. куда-то нажимать? А Где нет. ты? Где ты? Где ты? Почему я ничего не могу с пола взять? Аккуратно. Чурка, пошел нафиг, кусок шерсти. У меня 100 децибел. Ты надо было сказать обязательно. Как взять предмет с пола? Тут лимит предметов, Толь.
Я понимаю, ну вот у меня два Е, предмета в инвентаре. е. Присядь, Ну не присядь, на берет. С, на С присядь. А, на C присесть? Да. А, да, реально, Так, короче, прикольно. он мне ничего не ответил. А как он должен ответить? Я не знаю. Шаг, на данном этапе в комнате наверняка будет холодно. Если вы видите пар от своего дыхания, значит... Здесь кто-нибудь есть? Сделайте пометку. Здесь кто-нибудь есть? Че это за звук был? Ты микрофон задел? Не знаю. А как посмотреть Здесь свое кто-нибудь есть? дыхание? Нет? Дыхание? Ну он Да. дышит, у тебя прям клубы пары будут такие перед лицом. Ты просто встань и посмотри вниз. Пара нету. Пара нету. Окей. А у меня есть. Возьмите из фургона уф фонарик. Уф. А, проверьте все двери, окна и переключатели на наличие отпечатков. Если заметите их, сделайте пометку в своем журнале. Если нет, приходите к следующему слайду. Так, подожди. Уф фонарик. Я побежал. Я дождалась, чтобы он тебе что-то написал. А, так он, подожди, он мне написал, я все, окей. А как ты дождался этого? Как... Что ты делал, чтобы он тебе написал? Я ничего не делал. У тебя просто он лежал, ты не заходил в комнату или Да, да, как? да, да, да. Ну Ты я потом. заходил в комнату? Не, я зашел потом. Ну попробую выйти, не Вот у знаю. меня он лежит, он все равно ничего не пишет. Я подожду в фургоне его. Так, допустим. Уф, Ой, слушай, фонарик. а сходи в этот, в фургон и посмотри, сколько у тебя рассудок. А, как, подожди, а где это написано? А, в фургоне там справа такие сетки Датчик будут, звука. спички. Амайн ЮТ. Рассудок группы 7-6, это нормально. Если будет уже ближе к нулю, это хреново. То есть мы У меня теряем есть рассудок. 70. Понял. Так, я включу уф фонарик. Так, на Уф, двери. фонарик? Уф фонарик. Опа, а нет. Нужно смотреть это отпечатки. Уф, типа ультрафиолет. Мне нужно смотреть на двери. О, есть. Escape, журнал, улики. Так, отпечатки рук. Значит, смотри, это либо полтергейст, демон, либо мюлинг. Это интересно. Окей. Так, допустим. Возьмите из фургона детектор эмп, направьте его на объекты, с которыми взаимодействовал призрак. Если вы заметите, детектор загорелся красным огоньками, доходя до пятого максимального уровня, запишите его в журнал. Так, Фонарик. как он выглядит? Он там должен... Или я его сюда принес? А, вот я его принес, я его положил. То есть, смотри, уф, фонарик, я его выкидываю, это подбираю. А, это рация. Стоп. Значит, я там что-то А всрал. как у тебя выглядят двери, с которыми он контактировал? Такие А. они больше красные, да? Нет. Ты через уф фонарик смотришь, если там есть отпечаток, то да. Они никак А нет. Не... как выглядит этот отпечаток? Я не Ну, как понимаю. отпечаток руки обычно. Но если у его А, нет, то в нет. этом нет ничего плохого, типа. То есть, значит, это так ты исключаешь всех призраков. Нужно понять, кто это, чтобы с ним бороться. А, с ним еще бороться надо Ну, будет? я так понимаю, да, офигеть, мне нравится. Мы уже 30 минут сидим. А мне сыкова, знаешь, нет? О! У меня чердак здесь какой-то, мой подвал. Да, я знаю. У меня нет никаких отпечатков. Стоп, а я не помню у фонарика. А какую дверь он трогал? А, он вот эту Так, дверь трогал, да. журнал. Я закрыл дверь на всякий случай. Возьмите из фургона вот этот ЭМП. Стой, а если у меня призрак ни с чем не контактировал, то что делать? А, ничего, просто не ставь. Так, подожди, у меня... А, то есть F6 можно не выполнять, если он меня не А контактировал, его не так нужно что ли? выполнять вообще, в принципе, Толь. Смотри, нажми Escape, журнал, улики. И там, видишь, на основе приведенных доказательств мы заключаем, что это призрак вида... Вот, видишь? У меня полтергейст, демон или Ну. мюлинг. Вот, то А есть у меня если... пока что. У меня 4 варианта: Ревенант, Юрей, Хантуй, Анрё. Ну вот, все, это хорошо. А, так, дальше. Так, принесите лазерный проектор и Ага. поставьте его. Если вы. А как я это замечу? По камере, что ли? А, прочитай еще раз прям полностью. 7-й шаг, почитай. Так я уже ушел.
Я иду. Ну, у нас один и тот же шаг, мы на одном и том же сейчас. Просто ты На прочитай. седьмом? Да. А я уже в фургоне. А, понимаю. А чё в фургоне? А как он выглядит? А где он? А где его брать? Как лазерный этот выглядит, чурка. О, я сам не понял. Я сам не нашел. У меня нога же зачесалась. Хорошо, я побежал в дом. Слушай, в дом очков уже ходить. Уже не так страшно, знаешь. Ну, понятно, что ты привыкаешь, да. Ну как она, как смотри, он выглядит? Принесите лазерный проектор и поставьте его в комнате призрака. Если на камере будет заметно передвижение призрака, оставьте пометку в журнале. А, ну да, вот он, получается, я понял, кажется, как он выглядит. А я не понял. Он, это типа так, рак? Это черная штука большая, как я понял, или нет? А где скорее, ты... Может быть, не на стене висел? Сейчас посмотрю. Подожди, это что? У меня же до сих пор китчен. Он просто, наверное, может... О, у меня вилка на полу лежит. А тут есть такая тема? Типа журнал, улики? Нет. Ладно. Ну, допустим. А как положить? А, вот. А как... Где моя камера? Подожди. Вот моя камера. Почему? А как я... А как... А, все, я понял, что это, я поставил. А почему, как его положить-то? Я чуть на F, на F, только. Ты присядь, его только на пол можно. А, на пол сам? Да. Присаживаешься и ставишь на пол. Нифига себе. Так, окей, я смотрю по камерам. Ультрафиолет выключил. А что там мы должны увидеть? Движение призрака. А ночное видение отключи, я так понимаю. Да. Но я ничего не вижу. Я тоже пока что ничего не вижу. Если будет движение призрака... А может там свет надо было выключить? Какое? Ну, о! в этой комнате. Да, по-моему, что-то видно. Так, у меня ничего не видно. У тебя свет в комнате включен? Ночное видение нет. Нет, свет в комнате дома, то есть в гостиной. Свет горит? Ну, свет горит. Ну, его можно включателем и выключателем включить. Да? Да. Нет, у меня не включен. А, ну, значит, я тоже у себя выключу и проверю еще раз. Потому что у меня включенный был. Да, ну, вот что-то видно, я и сам не понимаю, что пока что, но что-то видно. Ну, то есть движения какие-то, да? Вроде да. Окей. Знаешь, такая, как волна идет такая. Не знаю, как тебе это объяснить. Черная. Нет, он как-то. Вот. Ага. Денис, пожалуйста, давай попробую демку сейчас включить. Ну, у меня ничего нет. Ну давай поставь демку, да, это будет удобно достаточно. Так, демка, 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 демка. Пацаны, вот это круто! Ты ее не включил. А, вот. Так, сейчас, вот, фосмофобия. Сейчас тебе скажу. Ты пока что смотри ко мне. Я вот, видишь? Вообще, я... Подожди, я если полный экран включу. Толя, я вообще ничего не вижу. То есть, я просто вижу экран с черным... Ну, твой монитор в игре, который, на который просто чернота. Вот. А, ты не видишь на мониторе ничего на этом? Я вижу только надпись, то, что камера 2, вот это. А там я даже только зеленые точки вижу, две, и все. А, да? Тогда ладно. Ладно, пофиг. Да, фиг знает. Ну, как тебе объяснить, я фиг его пойму. А у тебя мигает зеленое, мигает? Сейчас беру. МП, это что? Я не знаю, что такое МП. Юрей у меня. У меня Юрей какой-то, что с ним делать? Я пока не знаю, подожди. Это по седьмой шаг, это последний шаг? Ну да. Наверное, я не знаю, но посмотри. Последний шаг. Теперь у вас должны быть всего три необходимые улики. Выберите тип призрака на последней странице вашего журнала, затем возвращайте фургон и закройте дверь, чтобы завершить контракт. Чтобы узнать больше о призраках, у вас должно быть три необходимые улики. У меня их пока что. Получается, сколько у меня их? У меня надписи.
У меня отпечатки. И все. А нужно три. А если я на пол поставлю камеру? С ним бороться, я чуть не понимаю ничего. Короче, я камеру поставил на пол. Я сейчас еще раз чекну. Потому что мне нужно три улики, а у меня их всего две. Может быть... Объясните. Что такое? Как мне бороться с ним? Ой, холодно. А твоя задача не бороться. А, ну я вычислил, кто это такой. И кто это? У меня Юрей, я же говорю. А. А как понять? Я не понимаю, типа, как понять, что движения какие-то. У меня просто мигает зеленая и все, лампочка. А ну знаешь, как-то так вот смахивается, как будто что-то. Ну, я бы это заметил 100%. Ну, значит, у тебя этого нету. Да, ну я должен вычислить этого чела, а у меня пока что только три. А что такое ЕМП? ЕМП, я так понял, это вот эта вот штука такая. Подожди, а когда ты спрашивал у чела, он тебе отвечал? Нет. Понимаю. Не ЕМП. Ну тогда я не знаю. Подожди. ЕМП, ты знаешь как? Сейчас скажу. Йокай здесь, йокай есть, прикинь. Стендоферы поймут. Ну все, космофобия. Минусовая температура. Я ты не понимаю. Знаешь, что у тебя такое, знаешь, как... Да, но у меня этого нету. Пятый уровень не было. А может, я должен подойти ближе, я не знаю. Как он выглядит, вот он. То есть, давай я выкину пульт. Сейчас тебе скажу. А, я вот, знаю... кстати, вот после моего шага здесь что-то есть. Последний шаг, теперь раз, все не заходили. Выберите три, тип призрака на последней странице, а зачем? Ага, все, понял. Я должен встать возле двери, которую он трогал. ЭМП, это знаешь, что? Сейчас. Я знаю, что это, я понял. Шестой шаг, шестой шаг. А, да, 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 дверь он трогал. 5-5-5 у меня горит. Все, отлично. Все, значит, я так близко не подошел к двери. Нужно было ближе. Просто сковы. Ну, пока что ничего не происходит, типа какого-то сверхъестественного, сам замечаешь, да? А, как бы пофиг. Так, журнал, улики. Окей, у меня мюлинг. Мюлинг? Так, еще прочитай, пожалуйста, что там пишут. В конце, финальное задание. Так, как закрыть дверь? А, закрыть дверь к этому, к призраку, в дом. А я не могу закрыть. Я тоже. А, закрыл. Можешь прочитать последнее задание? Все правильно я сделал? О, у меня 62. А, это рассудок, это нормально. А чё, как дальше-то? Какое последнее задание там было? Той. Чё, какое последнее задание? Ну на телевизор, я попросил тебя прочитать. Я уже ушел. Да. Понимаю. Последний шаг. Теперь у вас должны быть все три найденные улики. Выберите тип призрака на последний своей вашей журнал. Затем возвращайтесь в фургон, закройте дверь, чтобы призрака... Чтобы узнать больше о призраках, прочитайте ваш журнал. И что, и как это закончить мы должны? Закрыть дверь надо в этом. В фургон залазишь, а здесь слева такая вот цифры будут. А, подожди, не дом закрыть, а фургон. Все, я закрыл. Мы типа поехали? А, все, мы закончили. Все, нормально, нормально. Обучение завершено. Вид призрака, мюлинг, ваше обучение завершено, и теперь вы готовы присоединиться к другим охотникам за привидениями. Выполняйте задание для получения... Погоди. У меня же другой был призрак, у меня теперь вид призрака они какой-то. Они? Да. У меня 0 баксов, так, уровень 1. Ну слушай, Толь, прикольно.
У меня тоже 0 баксов. Прикольно. Ну, слушайте, ребят, мы с вами сегодня прошли как бы обучение. Вот, вместе с Толей. Ну, как сказать, вместе, по Дискорду, да? Надеюсь, вам это видео понравилось, да? Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях. Батачник или получилось? Дзенру тут, Твич, ВК, все в описании находится. Еще и Телеграм-канал тоже по ссылке в описании. Толь, твои последние слова какие? Ну, твои последние слова. Ну, Ты так воспринимай. прозвучал, но вот ты меня казнишь. Толь, мы... Нас казнят в фазмофобии. Призраки, да. Да. Чего хочешь сказать напоследок? Короче, снимем пачку по пачке чипсов. Да. Всем по пачке чипсов, да. Да. И скачать себе фазмофобию. Да. За Да. 309 рублей. Чтобы вы понимали, я купил ее себе и купил Толе. Так что Да. за это, ребят, 100% надо ставить лайки. Да, Пока! я все почку продал. Почку продал, ну да. Пока. Пока.